Ну, я раньше играл с Эхо, потом я его офнул, и вот... РКР, здорово, ты хочешь мне скинуть этот? А чё ты такой тихий? А, так, Фуся скинул... А у тебя все запускается с первого раза? И у Фузи он только что пробовал тоже. А до этого у него не запускалось? Да. Тогда хорошо. Еще, дамы и господа, постой-ка. Можете посмотреть, я поставил, мне это Суджик посоветовал, я давно хотел. Когда, ну, вот эти вот, знаете, 3D-шные скинчики. Они не работают с эмоциями, потому что этот 3D-шный скин остается на одном месте, а рука двигается, и хуйня получается. Я сделал только на головы. Смотрите, персонажи реально тоже новыми красками играют. Если я еще женщину с грудями найду, тоже будет круто. Прям причесочки вырисовываются. Возможно, стоит подпривыкнуть. Да, на теле все вот как и осталось. А вот именно головы, смотрите, ну прям видно, что человек там кучерявый. Или у него такая небрежная прическа. Вот, и нормально. Так, значит, давайте фиксировать. Ну, слушайте, вот эта вот хуйня показывает, что у меня сейчас 88, а здесь 120. Вот, смотрю вдаль. Но надо, чтобы передо мной человек 10 реально станцевало. Вот попросить 10 человек танцы передо мной включить, чтобы нормально было. О, заметили, было сейчас. Просадочек был до 50 с чем-то. Вот сейчас подходим к толпе людей. 57. Я гуляю и знакомлюсь с людьми. Показалось или кто-то сказал модератор? Бля, кто-то сказал модератор? Слушайте, ну, а вы можете все танцы включить, все какие-то эмоции прокинуть? Ладно, сейчас, секунду. Так, смотрите, сколько тут человек? Ну, блять, уже... Не, напоминаю, комп за 270 тысяч рублей. Передо мной танцует 13 человек, и это уже 30 FPS. Но играть можно, как бы. Я уже привык. Раньше я видел здесь 8 FPS. Так что все нормально. Все, на хайпе станцевали. Я бы еще бы больше бы посмотрел. Но, наверное, на суд надо сходить. Вот. Да, надо еще в музей артов сходить, реально, потому что там куча рамок. Проверить, как там в музее арта все происходит. Я согласен, хорошая идея. Так, ну вот тридцаточка, да. Такое, нормально. Так, теперь пойдемте еще. Че, блядь? Невидимый? А, просто начала невидимость. Блять, вот я не знаю, а ну-ка. Гля, Мэш прям новыми красками играет. Я не уверен, что это хорошо. Не, ну в принципе. Надо подрегулировать, мне кажется. Блять, я не понимаю, это лучше стало или хуже? А, Мэшик, да, чё? Да, чё? Чё-чё? Чё с этим? Блять, как будто тихо, чуть-чуть. А, не, да нормально. Да не, нормально, нормально. Нормально, нормально. Нормально, нормально. Нормально, нормально. Тут строительство, это нормально. Да, так хотелось бы, чтобы оно уже побыстрее было. Это как сейчас, блядь, сейчас как... Что это за ебать? Я сейчас все сделаю, блядь. Ну ладно, все, хорошо, спасибо. Давай. Мэш! Мэш! Мэш, а можно про тебя один секретик рассказать, который я узнал? Мэш! Можно про тебя один секретик рассказать, который я узнал? Какой? Ну, там, связанный. А, мне Фузя говорит нет. Ты говоришь нет? Не надо. Ну ладно. Пока что потом. Ладно, ладно. Алло. Качал. Угу. О, гля, тут какая-то... А, я подумал, что тут перестройка. Так, ну это, извините, я должен сам пойти оценить. Облака, кстати, надо либо выключить, либо поднять наверх. Я вам еще буду про моды свои рассказывать. Во-первых, смотрите... Блять, Гена реально крутые моды мне нашел. Я не все вспомню, но я вам сейчас буду показывать, какие у меня крутые моды есть. Во-первых, это я реально вот это спиздил из видосов, которые вы мне кидали. Это вот такая просто записная книжка. Мне очень понравилось, реально просто мод на книжку, которая всегда с собой. Ее нельзя никому скинуть, это не чит в принципе. Просто записать себе какие-то свои идеи или планы на сегодняшний день, допустим. Записать, это реально кайфовая тема. Дальше еще смотрите. По-моему, кнопка H.
открывает просто все мои скриншоты. Я, по-моему, их как-то еще можно увеличить, хотя я не уверен. Вот, короче, тоже кайфово. Я просто вам могу показывать свои скриншоты. Это тоже охуенно. То есть сделал скрин и сразу показал. Дальше вообще разъеб. То, что мне Гена скинул, это, ну, реально лучшая темка. F2 нажимаю, сделал скриншот. И смотрите. Последний снимок экрана скопирован в буфер обмена. Он уже по умолчанию скопирован. Я не знаю, может, мне это будет мешать, да? Но я о таком только мечтал. Значит, и теперь смотрите, в чем прикол, да? Если кто-то еще ничего не выкупил. Захожу в группу, просто Ctrl-V там должен нажать. И загружается этот скриншот. Я его не копировал, не залазил в папку, нихуя. Просто на кайфе взял, вставил. Это реально имба. Вот.